Сегодня мы с вами поговорим на тему лучшей программы для записи игр D3D GR. Здесь у меня настройки следующие. Так, где-то здесь вот было. FPS. Вот оно, Record Movie. Так, Resolution у меня Original, значит, стоит. Фреймрейт 50. Из кодеков здесь инвенка нету, но я поставил стандартный. Это AV2 OpenMDL. Он при установке сразу стандартный стоял. Кодек, это формат, ну да. А кодек здесь NVIDIA Hardware. Ну да, получается тот же самый NVENC здесь доступен. Ну окей, значит у нас везде будет одно и то же. Это вообще круто. Quality у нас, соответственно, Best по стандарту. Самое лучшее качество, то есть количество потоков для записи авто стоит. Я здесь ничего не менял. И в принципе больше ничего я здесь не менял. На вот таких вот настройках мы все это будем записывать. Так, давайте я его закрою.